Здравствуйте, коллеги. Наш пресс-центр на выставке Retail Week продолжает свою работу. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Евгений Сазонов, торговая сеть «Семья» и проект World Wine List. Расскажите, пожалуйста, вы являлись спикером сегодня на нашей деловой сессии. Очень интересная тема, которая поднималась сегодня, и какие-то ваши интересные инсайты. Да, мы сегодня как раз рассказывали о своем опыте по работе и по поиску новых поставщиков за рубежом, как облегчить работу байера, и у нас инновационная разработка, которая облегчит жизнь многим закупщикам, и мы сейчас ее тестируем, и как раз я делился опытом, какие результаты мы достигли. Все очень было интересно, много реально интересных знакомств получилось, и надеюсь, наш проект будет востребован в World Wine List, и все найдут что-то полезное в нем. Расскажите, как проходила, в принципе, бизнес-сессия, насколько жаркие споры там царили, или, в принципе, все было очень дружественно, и вопросы, которые обсуждали, были всем понятны, и имели одинаковые мнения все наши коллеги на них. Да, вот наоборот, в этом году все достаточно очень лаконично, спокойно. Хотелось бы, чтобы больше было, наверное, ярких дискуссий и споров. Люди немножко скромничали, но я пытался немножко подлить огонь. Спасибо вам за это, потому что, я так понимаю, в любом случае люди хотели друг друга увидеть, люди друг друга увидели, потому что в том году нам такой возможности не давали. И я надеюсь, в следующем году будут еще более жаркие споры, потому что рынок проснется, и все пойдут немного разными дорогами, будут делясь своими мнениями уже более жаркие споры. Да, так что, думаю, в следующем году мы снова примем участие и что-нибудь подготовим, и снова интересное. И, конечно же, жарких дискуссий. Это всегда полезно и хорошо. Спасибо вам огромное. Желаем вам удачи и до встречи в следующем году. До свидания. Спасибо.